Областное радио. Важно понимать, важно осознавать, что это может произойти не где-то, не с кем-то, а это может произойти с вами. И постарайтесь, пожалуйста, этого избежать. Наш эксперимент – это не просто привлечение внимания к проблеме, это показ проблемы изнутри. Замечательные благополучные родители, замечательно благополучные дети ярким солнечным днем приходят в парк, и дети встают со скамейки за несколько секунд и уходят с незнакомцем. А возраст детей можно узнать, участников эксперимента? Мы работали с ребятами от 6 лет и до 11, вполне осознанный возраст. Ситуация дала толчок к большому обсуждению в обществе, да, то есть как бы у нас более 600 тысяч просмотров нашего видеоролика. Да, да, я видела. Люди звонят, люди продолжают приглашать, тема актуальная. Чем она актуальна? А это происходит не где-то там, не с кем-то, а здесь и сейчас с вашими детьми. Почему это происходит? Мнений огромное количество, огромное большинство. Но все-таки мы говорим о том, что мы разучились видеть, слышать своих детей. Дали в руки планшет, он играет, все замечательно, он не плачет, и он накормлен, напоен, значит, у нас хорошо, все и благополучно. Мы, собственно, тоже в планшете в этот момент, пока он да, в планшете. Да, потому что нам это удобно. А удобная жизнь, она заставляет за себя как-то платить, да, вот такими вот вещами, что дети с самого маленького возраста, с трехлетнего, взяли мою за руку, ребенка показываем, вот зеленый сигнал светофора, мы идем, красный не идем. Ребенок это впитывает априори с самого младенчества и учится, потому что мама вот так сказала, и вот так надо делать. Он не воспринимает никакие другие варианты. Потом уже со временем он понимает, какие это ведет за собой последствия. Поэтому рекомендует наш психолог, очень хороший, мы с ним сотрудничаем, и его высказывания очень много цитируют в интернете, что ребенок просто должен знать о том, что человек, не являющийся его семьей, не может его куда-то позвать, пригласить. Вместе с ним нельзя куда-то уйти или уехать, если об этом не знают мама и папа. То есть это должно быть просто железное правило. То есть не нужно играть где-то на эмоциональном сознании ребенка, что он пойдет искать кошечку, его в этом подвале вместе с кошечкой с этой закроют, и там будет большой бандит в черной шляпе, в черном плаще. Так в жизни не бывает. Да, детей в детстве пугали бабайками, которые живут в шкафу, да, то есть и дядями, которые в черной шляпе, в черном плаще придут, их заберут. На самом деле этого ничего нету. Поэтому просто ребенок должен знать это правило, как правило дорожного движения. Но вот для себя лично, для вашего ребенка, вы можете этот провести эксперимент уже завтра, уже сегодня, получить вывод, обсудить этот вывод с ребенком и ввести правила. С чужим человеком уходить нельзя. И дать ребенку идентификацию, что такое свой, что такое чужой. Тетя, которая утром разговаривала с мамой, работает вместе с ним на одном предприятии, это не свой человек, это человек, которого знает мама. И с этим человеком можно общаться, но только в том случае, если мама в курсе. Или мама рядом, должна да. знать, да. папа должен быть знать, и близкие люди должны находиться рядом с ребенком. Ну, если немного отвлечься от эксперимента в Березовой роще, мне еще, ну, коли мы о детях заговорили, ваш совет для родителей, может быть, несколько советов. Мне очень понравилась формулировка на вашем сайте Лиза Алерт «Мама меня убьет», что очень часто дети уходят из дома и не возвращаются, и теряются, когда думают, что за какую-то провинность, за сломанный телефон, за потерю чего-то ценного, материального я имею в виду, мама убьет. Но эта формулировка такая образная, понятное дело, что дома ему там вставят по самое не хочу, поэтому они боятся возвращаться домой. Опять же, отложите в сторону планшет и узнайте, какие проблемы у ребенка есть в этом мире и какие у него есть в том мире, где он живет в планшете. У них там свой мир, у них там свои проблемы, у них там свои друзья и знакомые, мы о них ничего не знаем. А будьте ребенку другом, чтобы он вам рассказал, чтобы он к вам пошел за советом в первую очередь, а не в последнюю. Если это с ребенком важно. Что-то случилось, у него что-то разбилось, что-то сломалось, он должен понимать, что это поможет ему решить мама, что это починит папа, что от этого не нужно бежать. Чтобы у нас с вами не появлялись дети-бегунки, да, которые да, да, да. с 9, с 10 лет начиная уже уходят из дома и имеют на это свои какие-то маленькие детские причины. Но те проблемы, с которыми они сталкиваются вне дома, эти маленькие детские причины раздувают до состояния огромной человеческой проблемы. Они совершают большое количество ошибок, иногда эти ошибки фатальные, и с ними гораздо сложнее потом работать, с ними гораздо сложнее жить, нежели проще решить ту проблему, из-за которой ребенок вдруг сегодня и сейчас ушел из дома. Слово «лес» в сочетании со словом «грибы» – это нечто страшное и ужасное для поисковых отрядов. В течение всего этого сезона в Центральной России грибов было вал, вот, и мы дождались с отрицательной эмоцией того, что и у нас пошли маслята и опята, и пошли люди в лес за грибами.
И люди, к сожалению, не задумываются о своей безопасности, о безопасности родных, которых берут вместе с собой в лес. Первое, самое важное, телефон. Заряженный на 100% и знание, и понимание, что если что-то с вами случилось, вы потерялись, вы звоните по номеру 112. Если вдруг вам удастся запомнить номер телефона нашей горячей линии 8 800 754 52, то звоните нам тоже. С собой вода 0,5 на человека. В природе воды иногда не добыть, либо пить невозможно. С собой пару-тройку энергетических батончиков, даже простых, типа сникерс с орехами, которые помогут вам поддержать свое состояние. С собой в лес одеваются люди что-нибудь такое неприметное, что не жалко порвать, что потом выкинуть и не жалко, да, и это всегда серое, бурое, зеленое, сочетающееся очень хорошо с осенней листвой или, в принципе, да, да, с листвой, да, в лесу. Угу. Под зеленым кустом в лесу, в зеленом, искать зеленого человека, упавшего под этот куст, крайне сложно, поэтому позаботьтесь о себе и о своих родных, оденьте светоотражающие жилеты. Наличие компаса полезно и важно только в том случае, если вы знаете, как им пользоваться и каким образом выйти по аварийному азимуту из леса. Если при этом слове у вас квадратные глаза, то компас вам не поможет, только как оберег на веревочке на шее. Конечно, спички детям мы не рекомендуем, потому что они не умеют ими пользоваться. А взрослый человек со спичками-зажигалками, разведя костер в лесу, даст сигнал для авиации, для поисковиков о своем местонахождении. Простой вот такой вот набор. Собираясь в лес, вы это берете, вы показываете это вашему ребенку, если он идет, чтобы он это, как правило, потом несет с собой в жизнь, да, одеваться ярко, брать, перекусить, попить, взять с собой телефон заряженный, взять с собой спички, либо фонарик, но на телефоне фонарик тоже есть, хорошо работает. Обязательно повестите ваших родных и близких, куда вы пошли и когда вы планируете вернуться, потому что если вы зашли в ту часть лета, в которой даже 112 невозможно позвонить, но к 10 вечера вы не вернулись домой, чтобы ваши соседи, родные, близкие, друзья, которые знают, что вы уехали в лес, уже забили тревогу и самостоятельно позвонили в наш отряд, соответственно, мы тогда быстрее можем выехать в лесной массив и быстрее оказать помощь по выводу человека из леса. Тем более, что у нас в отряде есть уникальная технология для России – это вывод человека из леса по телефону, так называемый лес на связи. Вот это да. Отдельная большая тема, но в этой теме есть всего 20 специалистов на всю Россию в нашем поисковом отряде, у нас отряд в 48 регионах, которые по телефону человека выводят на линейные ориентиры либо из леса, либо определяют его местонахождение в лесу для того, чтобы поисковая группа уже пришла и вывела этого человека за руку. Да? То есть, но мы сегодня говорим не об этом, мы говорим о том, что с вами идут ваши дети. И ваше легкомысленное отношение к сбору в лес они видят и будут делать то же самое, потому что наши дети проецируют наши действия. Если мама не считает нужным, возможным, необходимым сообщать дома, что она где-то задерживается, ребенок тоже об этом не будет сообщать. Если в вашей семье не принято друг другу оповещать по телефону либо по WhatsApp о ваших передвижениях, то ребенок это не примет за правило. Если с вашим ребенком что-то случилось, что-то произошло, вы не знаете, где он находится здесь и сейчас, вы не можете до него дозвониться, у вас нет средства определения его геолокации, браслета с GPS-маячком, либо установленной в телефоне специальной программы, то ваши действия должны быть однозначны. Это сообщение в полицию о том, что пропал ребенок по тому же номеру 112, и звонок в наш поисковый отряд. Поверьте, мы вам будем очень благодарны, если через час после вашего обращения, во время сбора информации, либо выезда группы, ваш ребенок будет очень быстро найден, благополучно найден, с ним будет все хорошо. Для нас это не является проблемой собраться и выехать. Да? Проблемой будет сбор и выезд на поиск ребенка, если мы об этом узнали только через сутки. Да, да. Если об этом мы узнали там, в 3-4 часа утра, ребенок потерялся в 8 утра. Потому что очень часто родители пытаются искать самостоятельно. Да, конечно, вы лучше нас знаете, друзей вашего ребенка, вы знаете ваших родных, где он бывает, но мы готовы вам помочь. Не отказывайте, пожалуйста, от такой помощи, потому что сейчас у нас в отряде достаточно много людей. А сколько, кстати, в новосибирском отделении? Ой, вы знаете, вот так вот взять и посчитать, ну, да, список. Да, то есть сейчас на поиск в городской среде выезжает 50-70 человек одномоментно, 40-50 человек выезжает в природную среду. Две недели назад у нас было одновременно два поисковых выезда в природную среду. В одном поиске у нас было 81 человек, в другом 49. То есть больше 100 человек набирается, это много, это хорошо. Конечно, потому да. Потому что это проход территории, это оповещение, это расклейка ориентировок, это сбор информации, раздача информации в сети интернет. То есть мы в состоянии вам помочь.
не отказываться. А если человек хочет стать волонтером, да, участником Лизалерт, он должен пройти некую процедуру регистрации, как это делается вообще? Это все очень просто. То есть первое, нужно захотеть. Второе, нужно взять телефон, набрать телефон горячей линии. Круглосуточно, бесплатно, 8 800 754 52. Сказать: здравствуйте, меня зовут Иван, я из Новосибирска, я хочу быть членом вашего поискового отряда. Первое областное радио.